Запись сегодня раком была. Когда домохранник. За что? За то, что назвала Мину толстой и сказала, что мы дети животных. Это вот несколько дней назад было. 3-4 дня назад. Где-то так. 4-5. Мы его там на улице выцепили. Он стабильно нарывается на нас, и мы ему сказали, ты здесь до первой пьянки. Сам, либо тебе здесь остался. Все так и произошло. Он на девочек. Когда он там, значит, туда вы идете, мы такие, йоу, да за Даши, типа, иди сюда. Он такой, да они вообще бухие, типа, стоят. А для нас это, ну, обидно, типа, чувак, типа, что думаешь, она нас не понюхает. А мы дыхнули Дашу, Даша не пьющий человек. Даша, естественно, не услышала никакого запаха. И мы сказали, ты здесь до первой пьянки, мы тебя вынесем. За дело, конечно. Он оскорбил меня. И мы на него налетели, короче. Ничего, поругали нас. Ну, изначально просто... Мне стыдно только из-за того, что ко мне подошли. А мне подошла Аня, и она это слышала. Это перед на ее глазах было. Она подошла к нему, во-первых, с ним поговорила. И сказала ему, что он последний день работает. И подошла ко мне и сказала, перетерпи. Она видела, как я горю. И плюс я хочу... Ну, во-первых, я его чуть перед ними, да, не ударила. Во-вторых... Я после этого стояла, кипела, короче, она ко мне подошла, она мне сказала, потерпи, день завтра его здесь не будет, и больше он не будет работать. Я вот так кивнула головой, типа, хорошо. В итоге она уехала, и я сорвалась, и мы побили его. И только из-за этого стыдно, то, что человек попросил, а я не смогла сдержаться. А так, то, что мы ему накидали, вообще не стыдно, я считаю, за дело, он долгое время этого добивался, как будто бы он получил свое, он ушел.